В жаркую погоду представлю вам десерт сладкий и очень вкусный, который имеет российское происхождение, вес 70 грамм и цену где-то, по-моему, от 30 до 50 рублей за штучку. Указанный состав имеется на русском, казахском и, кажется, армянском или азербайджанском языке. Место изготовления, штрих-код, все как полагается. Натуральный, в меру, может быть и нет. Все вы видите здесь, количество углеводов адекватное. Подробно все. Форма будет овальной. Сейчас вы рассмотрите. С несколько толстым концом располагается на палочке. Покрыта глазурью, достаточно тонкой, ломкой, внутри эскимо, шоколадное, или скорее со вкусом какао. Ароматное тоже, как какао, начинка коричневая, светлая, а верх темный. Более подробно рассмотрим уже на палочке в процессе поедания. Оно сладкое в меру. Весьма быстро тающая и аппетитная. Всем спасибо за внимание. Ждите больших подробностей о вкусной еде. И спасибо всем. Пока. Тан-тан-тан-тан-тарарам.